В настоящее время у нас имеется зарегистрированных 37 случаев пациентов с ковидной инфекцией. То есть буквально каждый день, буквально даже за сегодня, у нас прибавляются новые пациенты. Нельзя сказать, чтобы они все шли из одного очага. То есть мы регистрируем различные случаи, не связанные между собой. Это настораживает, потому что это говорит о достаточно таком массовом обсеменении, да, если можно так сказать, населения города Азова. Радует, что тяжелых случаев единицы, но тем не менее в июне месяце, когда жара 30 градусов, лежать с пневмонией, ну, наверное, не совсем приятно. Большое количество пациентов в последнее время мы начинаем выявлять. Возможно, это связано с переходом на стопроцентное тестирование температурящих больных. То есть мы любую температуру сейчас подозреваем на ковид и пытаемся взять у данного пациента анализы. В стационаре у нас находится 19 человек на сегодняшний день. Из них азовчан 8 человек.